Более 1500 военнослужащих, 17 пеших парадных расчетов и 53 единицы боевой техники. Возглавляет механизированную колонну легендарный танк Т-34, символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной. Впервые в военном параде в Бурятии торжественным маршем проходят военнослужащие вооруженных сил Монголии. В первую очередь, конечно, здоровье. К сожалению, они не то, что каждый год, каждый день от нас уходят. И, ну, это жалко, это грустно, это неизбежно. Уважаемые ветераны, вам низкий поклон. Большое спасибо за вашу жизнь, за ваш подвиг, за ваш труд. Дай Бог вам больше здоровья, больше сил. Низко кланяемся нашим ветеранам войны, труда, детям войны. Желаем им крепкого здоровья, главное, долголетия, мирного неба над головой всем. Мы наследники великого подвига, и мы сделаем все, чтобы оставить в памяти все те свершения, подвиги и испытания, которые вы прошли. Завершился военный парад демонстрационным пролетом многоцелевых истребителей Су-30СМ и штурмовых истребителей «Грач». Мария Латышева, новости дня.